Ой, how beautiful area. I know. Okay. Посмотрите, какая красивая area. Видите, какая красиво выглядит. Так. И что тут? Тут, я так понимаю, это магазин, где... Какой фонтан красивый! Ой! Супер! Какой красивый! Ну! Вау! Вау! Вот! Пиктуэлла! Yes! Wait, wait! Смотрите, big gorilla. Gorilla? Gorilla, correct? Gorilla. Yeah. Gorilla. Okay, in English. Okay. Okay, let's go. How interesting. Like little castle. Небо сегодня, видите, какое? Угрюмое. Но настроение будем держать позитивное. Ой, там кафе. Look, they have cafe. Это называется вот так. Жалко будет, если здесь только одни рыбы. Потому что раньше вот горилла это. Моя сфотка. Это цветочки разные, но они бедненькие, как-то на солнце. За ними не очень ухаживают, и они желтеют. Значит, здесь открыли кафе, а раньше его не было. Это для тех, кто захочет сюда приехать. Смотрите, что здесь у нас. Ага. Это цветочки опять. Ну, ничего такого. О, лилии. Лилии, да, но они какие-то тоже не свежие уже. А вот показано, наверное, можно их купить, видите? Комфорт-зона. Ой, здесь большая комфорт-зона. Look, we... this комфорт-зона. Look, first, second, third zone. Four zone, I will show, and five zone. Where it is? We find it. Too. Look, this first, I think. Yeah, cafe. This second. That's nice. Is that? Is yeah. That yes. Yes. Abacus. Так, ну что? Зайдемте в этот магазинчик. Ой, как раньше здесь было шикарно. Вот такая, видите, декорация красивая. Декорация очень красивая. Как будто бы идет дождь. А здесь фонтан. Маленький. Ну и как будто бы уточки там, видите? Здесь можно что-то купить. Так, что дальше? Это, наверное, вот... Ну, вы поняли. Я не знаю, что это. Например, кто-то хочет аквариум. Смотрите. Красивый. А сколько стоит? А, вот цена, пожалуйста.
Not expensive. Yeah. Not expensive. Look. We buy two. We can buy two and even more. This is very beautiful. Такая декорация, смотрите, как будто бы корабль. Затонувший корабль. One second, please. Затонувший корабль. А тут затонувший город. Зелень. Ну, красиво, очень красиво. Я вообще обожаю аквариумы. Когда еще была школьницей, у меня всегда были аквариумы. Начиналось все с маленького и дошло потом. Ой, так, я кого-то поймала в экран. Надо уйти отсюда. И потом дошло до 350 этих литров. Так. Как красиво. А какие же тут рыбки есть? Вот какая красавица. И вот. Ну-ка. Давай сделаем фотосессию. Она убегает. She's happy. She's happy. She think, oh, I never had photo shoot. First time. Смотрите, какой красивый аквариум. Вот этот красавчик. How much cost this aquarium for me? Interesting to know. О, посмотрите с этой стороны, как красиво. Боже мой, у меня было такое настроение, ну совсем никакое. А сюда приехала даже аж просто, ну, немножко приподнялось настроение. Потому что упавшая духом постоянно. Вы сами знаете почему. Это не только я. Вот. Поэтому надо как-то себя отвлекать. Отвлекать чем-то прекрасным. А животных, рыб я люблю. У меня был аквариум самый большой в городе Одессе. Вы не представляете. Ко мне приходило телевидение одесское. И у меня жил толстый лори. И кошка ориентал. Ну, это моя любимая порода. Толстый лори. Кто не знает, кто такой толстый лори, загуглите, посмотрите. И что? И аквариум огромный, стоячий такой, на 350 литров. И у меня брали интервью, потому что толстый лори ни у кого не было в Одессе. И рыбы у меня были уникальные. У меня были огромные рыбы такие. Одна рыба стоила, я помню, на то время еще 15 лет назад, это одна рыба стоила $150. Ну, представьте себе, это другой курс, да, был доллары. И у меня были и змеи, и кого у меня не было, только там черепахи. Красиво очень у меня было. Кстати, вот эти водоросли, интересно. Нет, они, наверное, не живые. Наверное, имитируют, что они живые. Как живые. Рыбки взбудоражились. Ну-ка, 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 идите сюда. Идите сюда. Вот эти тоже красивые. Как им нравится. То им скучно там постоянно. Какое-то разнообразие. С ними общаются. Даже фотосессии. А? One second answer. Окей. Еще аквариум вот такой.
Нет, конечно, я не думаю, что это водоросли натуральные. Но они имитируют. А ну-ка. Да. Видите, этот аквариум недорогой. Кстати. Хотя он не маленький. Посмотрите. Ой. Ну, здесь простые рыбки. Но красивый вид очень. Любители аквариумов, посмотрите. И вот цена без рыбок. Тут у нас что-то другое. Так, ну что, посмотрим, есть ли там попугаи. Здесь когда-то были огромные попугаи, и это было, ну, так прикольно с ними общаться. А теперь смотрите, здесь вот такие вот огромные. Это, допустим, люди хотят купить много и в сад. Это рыбы, вот, goldfish, goldfish. Здесь какие-то другие, вот они называются как. Ну как-то я видела больших раньше, кое. Ой, эти такие прям, пугливые. Как-то здесь одно и то же. Пахнет морем. Может, здесь побольше? Нет, тоже. Здесь нет. Это название, цены. Это очень хорошо вот таких рыб покупать в сад. Это я так думаю, что... Ну вот у меня в саду есть рыбы кои, но они огромные, а эти маленькие. Может, они... Я не знаю, что это за рыбы. Наверное, они становятся больше. Наверное, голодные, потому что приплывают. Ой, да-да-да. Голодные рыбки. Просят еду. Боже мой, боже. Просят еду. Это японские рыбы, я думаю, судя по названию. Каждая рыбка стоит 30 фунтов. Вау! How interesting! Смотрите, как они кружат. Вот так вот плавают. Вот так они называются. Вот эти рыбки. Такая же цена. Ой, они знаете какие? Серебряные полностью. Очень красивые. Мэрасука. Не знаю, как правильно прочитать, извините.